Так, ребята, я сейчас опять в самом дешевом магазине, хотел бы вам кое-что показать, а вот здесь. Смотрите, вот нашел такие штучки, вот такие вот зубные щетки. Электрозубные щетки. Вот зубная щеточка. Потом еще одна я видел. Вот зубная щетка Браун. Сейчас мы включим. Зубная щеточка Браун. Стоит всего у нас получается 3 евро. 3 евро. Тут еще разные зубные щетки есть. Пачка вещей. Вот такие штучки здесь всякие женские. Вот что тут есть. Лойки всякие, еще что-то еще. 3 евро. Я не знаю, почему они. Сейчас покажу еще, что здесь есть. Дешевле. Вот всякие насадки. Насадки для этого, для этого. Какая-то фигня. Утюги. Утюги какие хочешь, глянь. Нет, не утюги. Нет, не утюги, это фены какие-то. А, это ножи, электроножи. Нажимаешь, короче, он сам режет электронож. Вот сюда вставляешь. Вот набор, гляньте. Цена 3 евро. Вот такой наборчик без людей. Купить нет. Тут еще что-то включается. Может, я нагреваюсь как? 3 евро. Вот еще вот такой наборчик есть, 3 евро. Вот электро что-то, я не знаю, что-то 5 евро стоит. Всякие штучки, видите? Там всякие розетки, удлинители. Тут всякие утвари. Не знаю, что-то есть. Тут еще всякие миксеры, фигиксеры, кофеварки. Вот кофеварка, пожалуйста, 4 евро. И вон та 4 евро. Вот за 3 евро. Кофеварка Браун. Прикиньте. Вот что тут еще есть. Камера, фотоаппарат. Все это очень дешево. О, вот бритвы всякие. Ну-ка дайте бритву посмотрим. Бритвы работают. Ну-ка дай еще посмотрим себе что-нибудь. Вот еще какие штучки есть. Я зачем здесь посмотрю все. Конечно, магазинчик тоже прикольный. А, вот и покрышки есть. Блин, и камеры есть для велосипеда. И колесо для велосипеда. А есть кал. Вот они где были. Ладно, сейчас посмотрим.